Ну вот и подошел к концу 9-й месяц нашей стройки. И самое время подвести честный итог о том, что мы успели, что нет. Ожидания, реальность. Но хочется начать с позитива. Напомню, что 9 месяцев назад у нас не было даже набросков нашего будущего дома. И вот, что мы успели за 9 месяцев. Нарисовали будущий дом, снесли временную постройку, разработали и утвердили проект, сделали топосъемку и геодезию, залили фундамент, зарыли кольца канализации, сделали детальный дизайн проект, сделали конструкторский проект, подвели электричество, расчистили участок, посадили деревья, изготовили стены дома, привезли стены дома, установили стены первого этажа, стены второго этажа, установили забор, пробили скважину, накрыли кровлю, установили окна, установили гаражные ворота, смонтировали электрику и канализацию на первом этаже и установили временную дверь. Раз, раз. Ну что, ты готова? Да. Отлично. Подожди, нет. Вот так. Так лучше, да? Угу. Итак, 9 месяцев прошли. Да, мы не успели закончить дом полностью. Нет, конечно, 9 месяцев это было очень оптимистично. Прям вот очень. Тем не менее, это очередное видео. 6-е видео о нашей стройке, и мы его решили сделать в формате ответов на вопросы. Вы нам насыпали много вопросов под предыдущим видео, в Инстаграме, в основном про стройку, но есть и личные. На самом деле мы сгрузили все вопросы в кучу, но многие из них повторяются, поэтому мы просто будем отвечать по основным темам, короче, по порядку. Когда следующее видео? Следующее видео вы сейчас смотрите. Да, был еще вопрос, почему видео выходят редко. Отвечу сразу. Наш видеоблог, YouTube, Instagram — это не основная деятельность, которой мы занимаемся. Нам очень нравится делать видосы про нашу жизнь, про то, что происходит. Это классная история, очень радует ваш отклик и поддержка. Да, и то, что количество зрителей растет, это клево. Но мы можем на это тратить ровно столько времени, сколько у нас остается от основной работы, семьи, детей, стройки дома и каких-то еще личных вопросов. Поэтому влог... Блог, YouTube, он не приносит нам деньги. Это хобби, собственно говоря, поэтому мы тратим на него время, как на хобби. Как вам живется в однокомнатной квартире? Как вам живется в однокомнатной квартире? Весело. Весело живется. А ты смотришь в объектив или в экранчик? Я смотрю в объектив. Отлично. Ну, это важный момент. Угу. Ну, иногда в экранчик. Здесь мало места. Это правда. Ну, когда вас четверо, у вас безумный кот, вы даже не можете поставить елку на Рождество. Немножко грустно. Поэтому приходится вешать венок. Венок классный, кстати. Угу. До этого мы жили в четырехкомнатной квартире. И у меня был отдельный кабинет, у детей была отдельная комната, и у нас еще был большой зал. Сейчас всего этого нет. Ну, это не самый плохой вариант. У нас в этой квартире однокомнатной довольно большая кухня, на которой мы, собственно, сидим. На самом деле, мы еще никогда не были так близко к друг другу, как сейчас. Однокомнатная квартира, она сближает. Это прикольно. Ну, это классный опыт, на самом деле. Чего нет? Ну, хотя... больше его не будем повторять. Очень ждем тот момент, когда прям с одной комнаты мы прям расширимся до нашего дома. Да, это будет классно. Это будет вообще шикарно. Чем вы зарабатываете на жизнь? О, это очень популярный вопрос. Мы фрилансеры. Ну, то есть мы работаем сами на себя. Мы всегда пытались найти работу, которая бы нас не связывала или не привязывала к какому-то месту. Олеська еще во время института занималась дизайном интерьеров, домов, квартир, офисов. Угу. Как-то с тех пор и повелось. Чуть-чуть поработала в офисе буквально, наверное, год. 3 месяца. Три месяца. Через декрет. В моей биографии вообще там числится. От продажи компов и комплектующих еще в начале 2000-х до установки счетчиков в квартирах. Я даже родителям Олеськи делал отопление. Теплые полы, батареи. Сейчас бы уже не сделал, но все работает, да? Да. А что ты так улыбаешься? Все работает. На самом деле основной наш вид деятельности сейчас, мы вместе делаем видеоконтент для стоков. Начали работать на стоках мы в конце 2015 года. Угу. Просто решили попробовать. До этого я снимал свадьбы, брал какие-то заказы рекламные, какие-то промо-ролики. Собственно говоря, получалось неплохо, но не было большого роста, не было большого заработка. Искали какие-то новые возможности. Как в сфере видеосъемки зарабатывать еще где-то и на чем-то. И быть более независимыми. Быть более независимыми, да, кстати. В общем, стоки — это наша основная деятельность, и мы практически не берем заказы на видеосъемку, но в то же время мы любим создавать какие-то интересные видео, поэтому если у вас есть интересное предложение,
то, возможно, мы сможем посотрудничать. Возможно. Так, дальше вопросы про дом. Как вы выбирали участок? На что обращали внимание, кроме места расположения? Это, кстати, наверное, второй по популярности вопрос. Вообще, мы очень спонтанно купили участок. Это правда. Нет, точнее, мы хотели купить участок, и мы ездили, но это, наверное, была вторая или третья поездка возле Минска здесь. Ну, на самом деле, просто мы очень четко знали, чего мы хотим. Вот, у нас были определенные требования к участку. Например, он должен был быть близко к Минску, в 10-километровой зоне. Примерно. Ну, чтобы недалеко ездить в школу, в садик и так далее, это важно. Второй момент, который был важен, это рядом должен был быть лес. Мы, конечно, хотелось бы нам и водоем, и простор какой-то, но все-таки в 10-километровой зоне это очень сложно найти. Поэтому лес это было основное. Когда мы поездили, мы, собственно, увидели, что такие участки встречаются нечасто. И когда мы нашли, собственно, тот, который мы купили, мы поняли, что надо брать. Была золотая осень, светило солнце. А, да, там так красиво осенью еще. И мы поняли, что мы хотим купились на это, а? Наверное. В каком стиле дом? Мы уже рассказывали об этом в одном из предыдущих эпизодов. Барнхаус. Да. На самом деле дом-сарай. Скандинавский сарай. Да, мы очень любим этот стиль. Он такой немного брутальный, немного такой неформальный. Вообще нам очень повезло, нам. Что у нас очень схожие вкусы, и практически все фишки по внешнему виду, архитектуре, интерьеру мы друг другу предлагаем. Олеська находит какие-то варианты, показывает мне, как это может выглядеть, и прям вот мы как на одной волне. Расскажите об отделке наружных стен и кровли. Короче, все будет из металла. Черный металл. Домик у нас будет немножко выделяться на фоне всех остальных, скорее всего, потому что он будет полностью вот такой вот черный, и крыша, и фасад, только немножко лиственницы еще. Знаете, что прикольно? Прикольно, что у наших соседей трубы из такого материала сделаны, а у кого-то забор. Кстати, да, это гораздо дешевле, чем заказывать какой-нибудь керамогранит или фальц тот же. Это гораздо дешевле, но выглядеть будет прям такой скандинавский барнхаус. Еще один вопрос, это кто придумал проект, кто над ним работал? Проект придумали мы. Да. В основном, так как я дизайнер интерьера, немножко какие-то познания в этом есть. Мы вместе с Вадиком его продумывали, прорабатывали. Потом наша подруга, она архитектор, она помогла нам оформить все чертежи как надо для согласования, вот, какие-то моменты подсказать. И, собственно, этот проект мы и запустили уже в производство. Ссылка на нее будет в описании. Она поможет вам начертить проект. Она поможет еще и придумать. Да, кстати. Строите дом своими руками? Задают нам часто вопрос. Ну, так повелось, наверное, в нашем постсоветском пространстве, что действительно многие строят дома сами, и это абсолютно нормально. Два предыдущих ремонта, которые мы делали, мы тоже делали своими руками. На сегодня ситуация такая, что у нас есть основная работа, которая позволяет нам строить этот дом, собственно говоря. Мы вполне бы справились с этой задачей на самом деле. Но то время, которое мы потратили бы на изучение детально всего, во-вторых, сами работы, то время, которое потребовалось на то, чтобы построить своими руками этот дом, это были бы просто гигантские потери для нас в плане финансов и наших возможностей. Мы даже хотели вообще минимально вникать в какие-то технические моменты. Так не очень получилось, и мы расскажем, кстати, об этом в следующем видео. Да и вообще нам кажется, что классно, когда все занимаются своим делом. Профессиональные строители, они занимаются своим, они развиваются в этом, получают образование. Я занимаюсь в своей сфере и развиваюсь в этом. А у меня появляются финансы, чтобы нанимать рабочих, которые в своей сфере профессионалы. И так это работает. Это клево. Так развивается бизнес, так развиваются сфера услуг и так далее. Единственное, чего хотелось бы, это больше профессиональных строителей. Точнее. Да, вот с этим есть проблема. И, кстати, многие строят сами именно по этой причине. Не потому, что нет денег, потому что реально найти клевых, прокачанных мастеров, специалистов, ну, реально сложно. Забегая чуть вперед, на сегодняшний момент мы сменили уже кучу строителей на своем объекте. Расскажем об этом подробнее в следующем видео. Но это нас сильно затормозило. Почему каркасник? Тоже рассказывали в предыдущих видео, несколько было причин. Скорость постройки и энергоэффективность.
Многие еще говорят про экономичность, но нет, хороший каркасник, действительно хороший каркасник, он будет не дешевле какого-нибудь блочного дома. В плане энергоэффективности. Многие говорили, ё-моё, так что у вас за энергоэффективный дом, у вас такие витражи, окна и архитектура. Угу. Да, все правильно, но у нас не было задачи прям построить энергоэффективный дом. В таком случае нам бы пришлось строить, не знаю, землянку. Землянка — это очень энергоэффективно. Какой-нибудь хоббичья нора. Это прям шикарно. Но у нас были определенные пожелания. Да, мы хотели большие окна в пол, хотели большой витраж, определенную архитектуру. Угу. И при этом, при всем, мы хотели, чтобы это было максимально энергоэффективно. Поэтому мы выбирали прям топовые окна, теплую технологию, теплый пирог стен, ну и все остальные материалы. Ориентировали дом по сторонам света. Да. И дальше мы продолжаем этим заниматься. Есть еще примыкание, стыки панелей, там примыкание окон к стене. И мы думаем сейчас, как это все заизолировать, прям так, чтобы вообще ничего не свистело. И еще перед финальной отделкой мы проверим тепловизором дом, проверим дом на дыры, короче, которые у нас могут быть где-то, чтобы все максимально изолировать, заделать, и чтобы это вообще было прям огонь. Поэтому, учитывая нашу архитектуру, мы надеемся, что это будет максимально энергоэффективно. Сколько времени собирали стены на производстве, сколько дней устанавливали дом на участке? Ох, это больная тема на самом деле. В общем, когда мы получали коммерческое предложение, ну и, как я сказал раньше, одна из причин была, это мы хотели быстро построить дом. Там говорилось, что это месяц на разработку конструкторского проекта, месяц на изготовление стен и неделя на установку дома. Ну и плюс какие-то доделки. В реальности где-то 2 месяца разрабатывался конструкторский проект. Стены собирались тоже около 2 месяцев. И какие-то еще дособирались во время того уже, когда оставился дом. Угу. Что на самом деле замедлило процесс, потому что строители, получается, разделились. Одни собирали дом, другие еще доделывали какие-то стены на производстве. В общем, сам дом устанавливался вместо недели 4 недели, ну и плюс доделки еще. На самом-то деле до сих пор он еще не сдан. Ну и плюс при приемке дома выявились некоторые недоделки и то, что нужно исправить. И сейчас мы ждем реализации этого момента. И отвечая на следующий вопрос, успеваем мы в срок или нет? Нет, не успеваем. Сейчас план такой, успеть за год. Ну, может, за год с хвостиком. Маленьким таким. Вообще у разных животных разные хвосты. У некоторых это почти как их тело. Анаконда, например. Надеюсь, наша стройка не превратится в змею, которая нас потом сожрет просто. И заживо переварит. Но вообще, все считают по-разному. Кто-то считает от начала строительства на участке. Вот мы считали от первых набросков. Даже не проекта, а просто набросков. Если взять от фундамента, у нас еще есть 2 месяца до 9. А если от того, как стены поставили на участок? О-о-о, строить и строить можно еще. Мы еще баню успеем построить. Да. Ну вообще, ладно, будем считать, как и считали, от первых набросков. Будем стараться за год. Это тоже очень круто, на самом деле. Почему алюминиевые окна? Очень много людей беспокоилось в предыдущем видео про наши алюминиевые окна. Но типа алюминий — это совсем вообще не айс, потому что... Холодно. Потому что холодно. Айс. Ice window. Так вот. И вот сейчас мы спросим у человека, почему у нас алюминиевые окна. Василий, почему у нас алюминиевые окна? Все говорят, что они промерзают, в них будет холодно, и вообще это отстой. Ну, во-первых, алюминиевые окна — это экологически чистый материал. Да, то есть как бы в первую очередь. Насчет промерзания. У алюминиевых окон есть термоизолятор, да, пластиковый изолятор. Глубина здесь 8 сантиметров, есть чашка алюминиевая внутри и снаружи, которая между собой соединяется пластиковым термоизолятором. Если быть точным, то это полиамидный термомост. Соответственно, наружная часть, она холодная, внутреннее помещение теплое. Никакого промерзания здесь не будет. Соответственно, еще весь алюминиевый профиль внутри, он наполнен вспененной, сшитой полиэтиленовой вставкой, которая тоже не дает промерзать. Угу. Ну и, соответственно, в это окно можно поставить очень толстый стеклопакет. А что у нас за стеклопакет? У нас здесь типа двойной какой-то? Здесь стоит, получается, двухкамерный стеклопакет, мультифункциональное стекло снаружи для того, чтобы отражать солнечные лучи. Ультрафиолет. Да, да. Что касается еще алюминиевых окон, если, допустим, сравнивать их с пластиковыми или с деревянными, ага,
то по большому счету алюминий, он материал достаточно прочный и жесткий, который имеет низкие линейные расширения. Так. То есть, соответственно, это окно и зимой, и летом себя ведет одинаково. Да. Особенно у вас большой витраж, большие окна, это важно. Пластик, допустим, на метр может расшириться на, там, на 2-3-4 миллиметра, на 6 метрах это может быть там, до 10, например, там, миллиметров, там, полсантиметра, ну, я имею в виду, что большие линейные расширения. И это дыры, через которые потом это тепло дыры, и уходит. Это раз. А еще створка, допустим, может летом себя вести, она может тереть, соответственно, потому что пластик расширился, а зимой, наоборот, сузится, и это продувание. Я так понимаю, что наш большой витраж, пластик вообще нереально Нет, сделать. Нет, это нереально. Дерево, большой витраж нереально. Дерево возможно, но могут быть вот эти вот... Ну вот вопрос, дерево тоже нельзя без алюминия. Получается, если бы вам делали дерево, вам бы сделали деревянные брусы, а накладки и крышки бы сделали все равно алюминиевые. Короче, ребята, спасибо, что вы волновались за наши алюминиевые окна, но с ними все будет в порядке. Это необычные окна. Да. Спасибо. А вот этот человек, он может сделать. Но ссылки будут внизу. Да, спасибо. Как решены системы канализации, отопления? И даже вот у нас ребята спрашивали, альтернативные источники для отопления рассматривали ли мы? И почему не под указ 3 копейки? В Беларуси указ 3 копейки – это такая тема, короче, в связи с тем, что атомная электростанция строится, очень снижаются тарифы на электроэнергию. Но это все в каком-то таком непонятном состоянии. Вроде указ есть, где-то работает, где-то нет. В общем, надеемся, что это заработает. У нас есть газ в поселке, в смысле, идет газ рядом. Но мы сразу же отказались от него в пользу электричества. Во-первых, гораздо дешевле сразу подвести, ну и плюс этот указ, что, возможно, это будет еще дешевле, чем газ. Хотя навряд ли. Если этот тариф, правда, сохранится, то... ну, за время окупаемости газа или других каких-то альтернативных источников, ну, как бы это все равно получается выгоднее. Ну и плюс мы хотели быстро построить дом и быстро заехать, а с газом эта тема очень такая длительная. У нас все равно не получилось быстро заехать. Но мы уже пошли по пути электричества, будем отапливать электричеством, по крайней мере, попробуем. И если дом на самом деле будет работать, и он на самом деле будет эффективный, энергоэффективный, то, возможно, мы не будем платить много и будет прикольно. Но если нет, у нас есть запасные варианты. У нас есть газ в поселке. У нас даже был план, нам предлагали теплонасос. Тоже стоит недешево, но очень прикольная тема. В общем, есть варианты, но пока вот так. Когда мы рассказали про наши посаженные сосны на участке дополнительно ко всему остальному лесу, то многие спрашивали, кто, собственно, придумывает наш ландшафтный дизайн. Делаем ли мы это сами, из книг или где-то еще черпаем информацию. Да, нам помогает, конечно, Pinterest, вот, но еще у нас работают очень классные ребята, это Апрель Студия. Да, у нас было, в принципе, представление более-менее, как мы хотим видеть наш участок, но они прям помогли нам сформировать вот это видение. Более грамотно. Да, в полной. Да. И сделать, собственно говоря, такой проект ландшафта, и мы с ними прошли уже первый этап работы, то есть подготовительный, вот сосны посадили, еще там кое-что. В общем, классно. Мы очень довольны. Они профессионалы. Самое крутое, что они реально фанаты своего дела. Вот они прям это любят. Это их. И, в общем, мы очень рады с ними работать. Вообще, про всех подрядчиков и про ссылки, которые мы даем. И со всеми в самом начале мы говорим, что мы ведем блог, и мы будем говорить все как есть. Во-первых, нам хочется, чтобы дом был построен качественно, а не просто за скидку какую-то. Во-вторых, нам не хочется и вам советовать что-то не очень, чтобы у вас потом было что-то не очень. И многие думают, что с компанией, которая строит нам дом, у нас какие-то партнерские соглашения, и мы их рекламируем за какую-то скидку. Так вот, нет. То предложение, которое они нам дали в самом начале, когда мы еще не вели влог или блог, оно такое осталось. И никаких договоренностей о рекламе у нас с ними нет. И мы им тоже сказали в самом начале, что будем говорить все как есть. И вот... И будем это делать. И будем это делать. И что касается этой компании, мы не можем сейчас не советовать их на самом деле и не можем отговаривать вас с ними работать. Хотя у нас пока двоякое впечатление о сотрудничестве с этой компанией. Есть плюсы, есть минусы. И мы расскажем об этом в следующем видео, но сейчас еще пока ведутся работы, они должны завершить и сдать нам дом, тогда мы сможем все-таки уже какой-то полный... полную картину составить. Вот. При этом тоже важно понимать, что у всех, даже очень крутых мастеров, бывают
косяки у всех. Это просто да. У кого-то они случаются часто, постоянно, у кого-то они бывают иногда. Поэтому любые рекомендации от нас или от кого-то еще мы советуем вам рассматривать как еще один отзыв. Да. Вот. И когда вы работаете, сотрудничаете с теми людьми, даже которых вам очень супер советовали, всегда контролируйте работу, просто человеческий фактор никто не исключал. Есть ли какой-то госорган, который будет принимать ваш дом? Или госнадзор — это вы сами? Да. Сначала мы не думали об этом. Но когда уже пришло время сдавать дом, мы выявили, даже мы, непрофессионалы, видели некоторые неточности, у нас возникали вопросы. И поэтому нам захотелось, чтобы посмотрел профессионал, третья сторона. Мы пригласили технадзор. Это доступная услуга. Кстати, если вы строите дом, неважно с кем, пользуйтесь, это очень клево. Но, возможно, у вас просто есть человек, который очень хорошо разбирается в строительстве, возможно, какой-то ваш знакомый, родственник, не знаю. Тоже классно, когда просто вы привлекаете профессионала со стороны. В общем, с технадзором мы составили список тех моментов, которые нужно исправить. На самом деле, наверное, это даже нормально. То есть, чтобы сдали вам дом, и все было прям идеально по технадзору, ну, это какая-то фантастика, мне кажется. Но эти вопросы есть. Мы ждем, когда фирма их закроет. Мы им это все показали. Посмотрим, чем это все закончится и как будут развиваться события. Но мы поняли, что реально технадзор — это тема. Но, в общем, про это все будет в следующем видео. Видео про темную сторону. Где взяли деньги на стройку? Во-первых, мы уже говорили, что у нас есть работа, которая приносит достаточно неплохие деньги. Второе, мы продали свою квартиру. Квартира у нас была не маленькая. Квартира была четырехкомнатная. Да, она была в старом доме, у нее был минус, это был первый этаж. Она была темная, но у нее было расположение просто шикарное. Прямо возле метро, там на метро 7 минут до центра города. Короче, это, ну, очень клево. Собственно, вот, на самом деле, когда нашелся клиент в нашу квартиру, это и был такой резкий старт строительства, потому что появились финансы, которые мы сразу могли вкладывать, и мы очень хотели сделать так, чтобы, как мы и говорили, это заняло немного времени, и как можно быстрее мы вот переехали с квартиры в дом. Да, и следующий как раз вопрос про бюджет. Какой мы бюджет планировали на дом и... Как его формировали, как он изменился, возможно. Да, и что получилось. На самом деле, вот к сравнению, в Минске хорошая квартира в новом районе стоит от 1200 там, до 1500, наверное. За метр квадратный. За метр квадратный, долларов. Без ремонта. Без ремонта. Нашу квартиру в старом доме, но с хорошим расположением, мы продали 1000 за квадратный метр. Дом мы строим, мы планировали, и в принципе мы более-менее вписываемся в эту стоимость, где-то 650-700 долларов за квадратный метр. С отделкой. И в принципе, плюс-минус, мы идем к этой сумме. Что-то дешевле, чем мы думали, что-то выходит немножко дороже, что-то мы плюсуем то, о чем раньше, допустим, не думали. Мы отдавали на просчеты наш проект архитектурный разным компаниям, и тогда нам, в принципе, сказали, что он будет стоить около там 700 за квадрат с отделкой. Вот. Но дополнительно, ну, естественно, мы считали, сколько будет стоить коробка, нам были какие-то коммерческие предложения. Плюс мы отдавали на просчет там отопление, наше остекление и так далее. Из этих сумм мы складывали какую-то общую, накидывали туда непредвиденные расходы, ну, как обычно, это скотч, гвозди и так далее, которые стоят 30% как минимум от всего остального. Болтики, винтики. Вот, да. И ну, таким образом мы вот, да, определили эту сумму, где-то 700-650 долларов за квадратный метр, и на самом деле у нас получается даже придерживаться ее. В целом, да, мы неплохо идем. Мой любимый вопрос. Когда следующее путешествие? Да, у нас были определенные планы еще на этот год и на начало следующего, но пока все в подвесоне, мы привязаны, потому что мы не хотим, чтобы строительство останавливалось надолго или вообще останавливалось. Мы хотим, чтобы это все завершилось. Но у нас есть интересные задумки на следующий год. В общем, что-нибудь замутим интересное. И вообще мы постоянно в поиске, мы пробуем разные форматы, допустим, даже видео о путешествиях. Даже не знаю, что вам нравится больше. А вообще, есть даже идея сделать еще пару сезонов «Один день, одна минута». Не знаю, как вам это. Если нравится, напишите. Естественно, мы хотим усложнить эту задачу, но прибавить еще двух человек в путешествие или что-нибудь еще такое. Трэш, да?
Страшно подумать. То, в общем, есть такие мысли. Пока что даже не план, просто мысли. В общем, напишите. Может быть, вы нам поможете определиться. Если есть еще вопросы, пишите в комментарии. Мы будем это фиксировать, как-то помечать себе, записывать. И потом, через какое-то время, еще сделаем выпуск с ответами. Ближе, может быть, к концу уже. Вообще, впереди очень интересный этап. Это отделка, и когда начнет все реально вот становиться таким, как ты это уже будешь видеть в жизни все время, каждый день, это очень прикольно. А весной там еще и ландшафт будет. Ну, а в общем, прикольно. Мы в ожидании.